Ну что ж, обсуждение темы использования ресурсов в служении и познаванию церквей требует обращения к вопросу о культурной самобытности. Понятие это далеко не новое. Оно возникло и получило свое развитие еще в XIX веке в рамках миссионерского движения. В то время чаще всего западные миссионеры отправлялись в разные уголки мира для того, чтобы благовествовать и основывать церкви. Церкви эти выглядели непривычно, очень по-западному и с трудом вписывались в местный культурный контекст. Отсюда возник вопрос, как сделать так, чтобы новые общины не диссонировали с той культурой, в которой они возникли? Как сделать их культуросообразными? То есть укорененными в местном культурном пространстве. Так, сосна произрастает в северных районах на определенном типе почвы. Пересадим мы ее в пустыню, она быстро погибнет, так как в условиях пустыни просто не растет. Или наоборот, возьмем кактус, отвезем на север и пересадим в открытый грунт. Что будет с ним? Наверное, тоже погибнет. Таким образом, соблюдение принципа культуросообразности требует основания новой церкви так, чтобы она естественным образом вписывалась в местный культурный контекст. Конечно, сама по себе церковь, будучи общиной царства, это уже контркультура, ядро которой составляют Евангелие и библейские ценности. Тем не менее, она должна быть способна нормально расти и развиваться там, где возникла. Прибегая к помощи извне, мы порой подвергаемся более выраженному внешнему влиянию, а заодно и искушению организовать церковь так, что местная культура будет ее отторгать как нечто инородное. В итоге, без постоянного постороннего влияния, расти и развиваться она не сможет. Смотрите, если я пересажу сосну в пустыню и буду бесконечно поливать, усиленно и ежедневно, а также вносить удобрения, то, наверное, как-то смогу не дать ей погибнуть, да? Хотя бы какое-то время, точно. И не факт, что продолжительное, вам, Игорь, виднее, вы же агроном. Итак, главная мысль в том, что для поддержания в этом организме хоть какой-то жизни мне все время придется обеспечивать ему искусственные условия существования. Нам же надо научиться основывать церкви так, чтобы они процветали в тех условиях, в которых их насадили. Видите ли, церковь обладает данной ей Богом способностью адаптироваться к любым условиям существования и развиваться в них естественным образом, без дополнительных функции жизнеобеспечения. Первоначально эту мысль высказали Венн и Андерсон. В их формулировке она звучит как «цель миссии как совокупность трех саму». Суть ее сводится к следующему. Вновь создаваемая церковь должна быть способной к самовоспроизводству. Другими словами, благовестием должны заниматься не только зарубежные миссионеры, но и местные христиане. Только тогда церковь сможет прирастать новыми членами общины. Следующее самое — это самоуправление. Руководить по местной общине и принимать ключевые решения должен не иностранец, а постепенно сформированный в этой общине лидерский состав — пасторы, старейшины из числа местных христиан. И последнее само — это самообеспечение, независимость от внешнего финансирования и компенсация связанных с деятельностью церкви расходов с самими членами общины, поддержание служения с помощью собственных ресурсов. Вот такие самые предлагают нам Венн и Андерсон. Подход этот можно оспаривать, но рациональное зерно в нем есть, и его надо учитывать, если мы хотим основывать церкви, способные к самовоспроизводству. Чтобы выращивать сосны, их надо не удобрять и поливать в пустыне, а обеспечивать благоприятные условия для естественного роста и размножения. Возможно, первой из организуемых церквей на начальном этапе и понадобится дополнительная помощь, но чем быстрее она обретет финансовую независимость, тем лучше. Пол Хиберт, антрополог и миссиолог, добавил еще одно само — самообучение. О чем идет речь? Речь идет о том, что новая церковь обеспечивает себя не только материальными, но и духовными ресурсами. То есть члены общины способны читать Писание, применять его в жизни и предлагать библейски обоснованные подходы к решению возникающих вопросов. Иначе говоря, у церкви не должно быть зависимости от приглашенных учителей. Если вы живете в Китае, вам эти саму могут быть хорошо известны. Когда в этой стране установился коммунистический режим, церквям обратились с призывом к формированию у себя этих самых саму. Это было сделано с целью противостояния внешнему влиянию, в частности, западному.
Конечно, рассказывать об этом можно долго и подробно, но времени у нас, к сожалению, на это нет. Просто по какой-то иронии получилось так, что церкви, реализующие предписываемые Саму, намного хуже вписались в родную культуру, чем те, которые функционировали подпольно, но в этом подполье изобиловали жизнью и множились, по-настоящему проявляя все Саму. Но это уже совсем другая история. Итак, главная мысль заключается в том, что церковь должна быть культуросообразной, способной к творческому саморазвитию в тех условиях, в которых она появилась. И в этом вся прелесть. Некоторые религии, такие как ислам, стремятся к единообразию. Все читают Коран на арабском языке, у всех один шариатский закон и одни и те же формы поклонения. И это касается не только ислама. Христианство же другое, оно способно подстраиваться под культуру, принимать иные формы. Неизменные, по сути, Евангелие и библейские ценности имеют разные способы выражения. Помните, мы об этом читали? Иерусалимская церковь, церковь извращенных язычников. Новый Завет это наглядно показывает. Итак, для того, чтобы процветать, множиться и обретать материальную независимость, церкви должны органично вписываться в родную культуру. Таким образом, способность общины к самовоспроизводству во многом зависит от ее способности находить и осваивать местные пополняемые ресурсы. Помните, в пустыне желательно разводить не сосны, а кактусы. Постоянная зависимость от помощи извне всегда будет препятствовать процессу самовоспроизводства. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А теперь давайте рассмотрим шесть ключевых факторов стабильности церковного самовоспроизводства. Первое. Действие Святого Духа как непременное условие и миссия Церкви как основная движущая сила. Можно применять самые прогрессивные методы, но если христиане не будут гореть любовью ко Христу, если у них не будет любви к погибающему миру, жертвенности и готовности преодолевать даже самые большие трудности, не будет посвященности служению, к которому их призвал Бог, и естественного воспроизводства и умножения не будет. Члены общины должны чувствовать и понимать, что это их служение. Об этом мы с вами уже не раз говорили. Это чувство принадлежности к Божьей семье, личная ответственность за порученное Богом дело. Его доверили не братьям и сестрам из далекой Америки, Германии или откуда-то еще. Его доверили нам. Великое поручение касается нас лично. Оно звучит одинаково на русском, арабском, таджикском и относится ко всем христианам. Понимание этого буквально взрывает сознание. Мы следующие. Нам передана эстафета. Об этом нам свидетельствует Святой Дух, к этому нас побуждает миссия. Как уже отмечалось, методы и формы служения должны быть легко воспроизводимы, так, чтобы новообращенные, люди без опыта практической христианской церковной жизни, смогли без больших усилий сформировать у себя необходимые навыки служения. Следующее — воспитание, подготовка и привлечение к служению членов общины. Это довольно сложная часть работы миссионера. Он приезжает на место, основывает общину, приводит людей к Богу, но пока они лишь в начале своего христианского пути. Они без нас пока не могут, говорят миссионеры, им надо помогать. Но есть в этом и определенное недоверие Святому Духу. Базовые знания и навыки новообращенным, безусловно, дать надо. Но надо и передать их Святому Духу, благословить, поставить на служение и призвать следовать Божьему водительству. Служите, вы народ Божий, в вас живет Дух. С самого начала учите отдавать Богу десятину и жертвовать на дело Божие. Так формируется посвященность, которая составляет ДНК нашего движения. И ее финансовый аспект — один из немаловажных. Миссионеры, субсидии, посторонняя помощь,
Все это необходимо лишь на этапе запуска проекта, когда нужен толчок. Дальше должны подключаться внутренние ресурсы. Скажите, как долго вы сможете толкать эту машину? Уверен, через какое-то время вы скажете, ей нужен двигатель, чтобы она ехала сама, так ведь? На самом деле, это старая, винтажная немецкая фотография. Итак, рано или поздно машине потребуется мотор. Толкать ее бесконечно долго никто не будет. Совсем другое дело, если вы скажете, «Ну хорошо, сейчас мы привяжем к ней трос и будем тянуть ее, пока она не заведется». Но как только машина заведется, вы будете продолжать ее буксировать? Нет. Вы отвяжете трос, и она поедет сама, правильно? А если не поедет, то снова прикрепите трос и продолжите буксировку. Потом она опять завелась, опять заглохла, опять надо тащить. Так получается. Скажите, как долго вы будете этим заниматься? В такой ситуации понятно, что у автомобиля проблемы с электрикой. Генератор барахлит или что-то там еще, в общем, надо ремонтировать. Потому что машина должна двигаться сама. Да, ее можно подтолкнуть, но и только. Вот примерно так на начальном этапе основания церкви мы должны воспринимать постороннюю помощь. Миссионерскую, финансовую, организационную. Она призвана лишь привести механизм в движение, придать ему начальный импульс. А дальше он должен работать с Божьей помощью, используя собственный ресурс. А что, если он очень ограничен, спросите вы? А может быть, не очень. Может быть, вам и не требуется столько, сколько вы думали. А может, просто стоит подойти к делу творчески? Лично я считаю, что Бог дает общине ровно столько средств, сколько необходимо для того, чтобы она росла и множилась. Бедные тоже рожают, согласитесь. Так отчего же и нам не принести плод даже в скромных условиях существования? Главное — не утратить цели. Это видео вы без труда сможете найти на канале YouTube, поэтому смотреть его здесь мы не будем. Скажу лишь, что это Volkswagen Touareg. Хотите верьте, хотите нет, кстати, это Boeing 747. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но этот Touareg прицепили к самолету, и он потащил его по взлетной полосе. Только представьте, просто поразительно. Как вы думаете, через какое время Боинг взлетит? Мы можем бесконечно долго восхищаться Фольксвагеном, но даже под конец дня это вряд ли случится. Согласны? Знаете, мне порой кажется, что церкви помогают с таким энтузиазмом, что даже не задумываются, а взлетит ли буксируемый ими объект. Способен ли он на это? Рано или поздно Боинг должен включить свои двигатели. И вот тогда он поднимется в воздух. Вот так надо мыслить и нам. Каков наш собственный ресурс? Что Бог вложил в этих людей, чем одарил это место? Что Он положил в наши руки, чтобы мы создали механизм, способный работать самостоятельно? Вряд ли кому-то захочется постоянно быть подключенным к системе жизнеобеспечения, правда? А ведь именно такие церкви мы порой создаем, хилые, зависимые, и потому нередко проникнутые жалостью к себе. Бедные мы, лишенные всего самого необходимого, вот было бы у нас то и другое. Так мы представляемся себе инвалидами, неспособными обходиться без посторонней помощи. Иногда она, безусловно, нужна, например, в периоды кризиса. Но пусть эта помощь будет временной. Надо стремиться создавать здоровые церкви, способные функционировать самостоятельно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.